Любовь и голуби, окно в природу. Такие замечательные голуби сидят около фонтана. Одного голубя уже оторвали, одни лапы остались. Кажется, эта музыка есть. Показаны самые интересные объекты на Земле, и везде из этих объектов живут голуби. Голуби присутствуют везде. Голуби на войне, получается, да? Во время Великой Отечественной войны голуби тоже, как бойцы, принимали участие. Вот. Показана крыша изуродованная, но голуби все равно летали и передавали почту. Макет. Живопись. Картины с изображением голубей. Это очень древние изображения, это 16-17 век. Мира.